Всем доброго времени суток, с вами Владимир Зайц, природа, погода и события, которые могли бы вас сегодня заинтересовать. Переход от старого года к новому на Руси издавна знаменовался святками, одним из самых любимых праздников. Эти 12 дней от Рождества до Крещения освящены великими традициями колядовать, щедровать и посевать. Это одно из самых любимых занятий и развлечений как для взрослых, так и детей. Эти традиции не обошли стороной и нашу редакцию. Все самые лучшие пожелания для вас, вашим близким, родным и вашему коллективу. Сею, верю, посеваю, с Новым годом поздравляю. Желаю счастья, здоровья и удачи вам желаем. И еще, чтоб Дед Мороз мешок денег вам принес. Над просторами кубанскими разгулялась зима. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто в эти дни несет добро, хорошее настроение и осознание того, что вы сохраняете старые добрые традиции. И немного о погоде. Ну а на сегодня это все. Не забывайте подписываться на наш канал, оставляйте свои комментарии и помните, что каждый день уникален. Всех благ. Пока!